Намасте. Сегодня я хотела бы поделиться с вами своим опытом, experience, который я получила в центре йоги АИ Аюрведа Лены Тасминовой. Это очень приятные, счастливые моменты, которые мне подарили Елена и Нурлан. Я очень давно практикую йогу, не очень давно, я практикую йогу несколько лет. И именно в центре йоги Айенгара, которую я узнала благодаря Нурлану и Елене, для меня открылся абсолютно новый мир, потому что это был комплексный подход, это был индивидуальный подход, это было занятие, эти занятия они проводят соответственно вашей конституции, учитывая ваши индивидуальные особенности, что я ничего не видела ни в каком другом центре в Астане. И для меня это было на самом деле открытие, и это помогло заглянуть вовнутрь себя и понять себя больше, понять свое тело, особенности своего тела, понимать, что определенные асаны для меня очень благоприятны, определенные мне не рекомендуется делать. Как правило, в Астане идет масс-йога, в центре проводят занятия только индивидуально, хотя есть маленькие группы. И это очень помогает заглянуть вовнутрь себя. Мы очень часто смотрим снаружи, мы очень часто пытаемся найти ответы извне, и забывая про свое «я», неосознанно. И благодаря йоге Айенгара и аюрведическим знаниям, которые дают Елена и Нурлан, именно эти знания помогают лучше узнать себя и понять свое «я» и эту связь со всем, что нас окружает, потому что мы отражение всего. И когда ты понимаешь, как работает твое тело, как работает твой ум, это становится очень красиво и очень приятно. Поэтому мой опыт, он был очень эффективным, очень красивым. И если вы хотите заниматься йогой, йогой как образом жизни, как образом мысли, заниматься йогой, когда вы кушаете, когда вы спите, когда вы отдыхаете, когда вы работаете, и все эти знания и ключики к определенным вопросам вам помогут подобрать Елена и Нурлан. Это мой личный опыт, за что я очень благодарна. Советую вам хотя бы один раз прийти и пройти диагностику, определить свою дошу в центре. Что меня очень порадовало, очень много литературы. То есть Елена Нурлан учится очень много, не перестает учиться. И для себя я открыла очень много журналов по аюрведе, которые они привозят сюда, в Астану, очень много книг БКС Айенгара, учебников терапевтической йоги, таких вот учебников по аюрведе, которые очень легко читаются и очень легко воспринимаются я и моя семья. Мы читаем и пытаемся практиковать это, применять это в повседневной жизни. Поэтому только мои самые добрые пожелания вам. Хари Ом, Тат Сат.